По случаю дня рождения «Единой России» представители политсовета партии в неформальной обстановке встретились в кабинете председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Станислава Радченко. Мы сделали такое небольшое наше совместное мероприятие вместе с нашим политсоветом для того, чтобы так поделиться своими мыслями, поговорить, попить чаю, посмотреть на друг друга. Вот, и, может быть, какие-то задачи определить на будущее. По итогам работы за год и за активную общественно-политическую позицию собравшиеся были награждены благодарностями секретаря Московского областного регионального отделения партии Игоря Брынцалова. Станислав Николаевич, те проекты, которые «Единая Россия», собственно, рождает и реализует, они очень важны в целом для развития социальной политики нашего муниципалитета. Эти проекты, люди их чувствуют. За чашкой чая члены «Единой России» обсудили дальнейшую работу над партийными проектами и вопросы взаимодействия представителей власти с населением. В этом году партийцы уделяли особое внимание людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, и останавливаться на этом не собираются. На сегодняшний день порядка 90% наказов наших жителей мы уже выполнили. В этом есть, конечно, заслуга и администрации, значит, оперативных служб. Конечно, депутатский корпус очень активно работает с населением. И сегодня в нашей ситуации основополагающей задачей для наших партийцев была и остается помощь нашим ребятам за линией фронта. Впереди у членов и сторонников партии «Единая Россия» большие планы на будущее. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».